Всем привет! В данном видео мы с вами скачаем и установим программу для создания рисованного видео, которая называется Explandio Video Creator версия 2A2.109. Вот эта версия. Скачивать будем с сайта программы .ds.ru. Вначале напишем в поисковой строке браузера «Скачать эту программу на русском». Здесь выпадает несколько сайтов, где есть разные варианты этой программы. Это не самая последняя версия. Есть версия 3.023, 3.030 и уже есть версия 3.032. Чем хороша эта версия? Тем, что она полностью на русском языке, как вот здесь внизу написано, с русскоязычным интерфейсом. Заходим на сайт. Опускаемся вниз. Язык русский, лекарство присутствует. Будем скачивать с файлообменника turbobit.net. Кликаем. Выбираем простое скачивание. Спасибо, не надо. Отказываемся. Ставим галочку, что мы не робот. Скачать. Ожидаем время для ссылки. Кликаем теперь скачать файл. Как видим, скачивание 4 часа 28 минут. Ну, сейчас посмотрим. Открываю самой. Загрузчик и жмем начать качать. И помощи загрузчика время немножко меньше в половину. Но все равно довольно длительно. Пока остановлю. После скачивания программы мы получаем вот такой вот архив. Перед его установкой рекомендую отключить антивирус. Сейчас мы этот архив разархивируем при помощи программы 7-Zip. Распаковываем. Архив распаковался, вот папка с файлами. Открываем ее. Как видим, здесь крик, сама программа, читать. Прочитаем. Здесь как установить программу. Не обновлять. Это очень важно. Скопировать файл. Explandio. Так, из папки крип. Папку с установленной программой с замены. Все нам ясненько. Выделяем программу и запускаем. От имени администратора. Выбираем язык. Далее. Принимаем условия соглашения. Далее. И опять. Создаем значок на рабочем столе. Далее. Установить. Так, здесь снимаем галочку и кликаем «Завершить». Теперь открываем папку «Крэк» и копируем вот этот файл. Копируем.
закрываем. Вот на рабочем столе ярлык этой программы. Заходим в компьютер. Нам нужен диск C. Диск C, Program Files. И здесь ищем нашу программу в Splendio. Вот он. Выделяем левой кнопкой, теперь правой кликаем и вставляем с заменой. Копировать с заменой. Все, операцию мы провели. Теперь запускаем программу. Так, жмем здесь. Отклоняем и принять. Как видите, меню здесь у нас на русском языке. Язык. Как видим, у нас сразу установился русский язык. Но если это не происходит, программа на английском, кликаем по вкладочке «Язык», допустим, здесь ставим, жмем «Ок». Все, программа у нас на английском. Нам нужно русский, ради чего мы. Значит, ставим галочку на русский, кликаем «Ок». Программа получается русскоязычная. Надо сказать, что эта версия программы неплохо уживается с другой версией. Сейчас запустим. Обновлять не нужно. Вот видите, 3.0.32 новая версия. Отменяем. И здесь программа. Но не сказать, что полностью на русском. Некоторые вкладки, как видите, на это. Эта версия программы. Вот, Splendio Platinum версия 3.0.30. В принципе, то же самое, что и версия, которую мы установили, но здесь она новее. Может быть, немножко расширен функционал, но в основном отличие язык. Если же будете устанавливать версию 3.0.30, советую также не обновлять, иначе, скорее всего, активация слетит. Ну, вот написано в третьем пункте. Пользуемся. Спасибо автору. Спасибо всем за внимание. На этом свой урок заканчиваю. До свидания.